физкультуре в культурном мероприятии показали наши соотечественники в масштабном этнофестивале, который проходит в Эр-Рияде с 9 по 19 марта в рамках верблюжьего фестиваля имени короля Абдул-Азиза, в котором принимает участие и наша коллега Бегимай Чаныбекова. На своей странице девушка написала пост о том, что как наши граждане демонстрируют не уникальную культуру кыргызского народа, а свою личную невоспитанность. Вчера я опубликовала пост, получается, где я описала не лучшее поведение наших кыргызстанцев за границей, да, в Саудовской Аравии. Нас, получается, разместили неподалеку от столицы Аравии, и, получается, у нас здесь организовали шведский стол. Да, конечно же, я не говорю, что все кыргызстанцы, но некоторые повели себя не лучшим образом, начали толкаться, накинулись на этот стол. В общем, показали себя не с лучшей стороны. Я написала об этом пост. Ну, после чего, конечно же, утром организаторы сразу же моментально среагировали, провели разъяснительную работу. Также и сейчас у нас, получается, уже, в принципе, все нормально, хорошо. У нас порядок. Каждый следит за своей очередью, каждый по очереди подходит, берет еду, там напитки, да, и не как в прошлые дни ящиками утаскивали. Ее пост за несколько часов стал практически основной новостью дня. За день, которым поделились несколько десятков человек, прокомментировали видные деятели культуры и страны. Еще не поздно их собрать и хоть немного образумить. Там же официальных руководителей много. Когда в делегацию набирают всех своих родственников и знакомых, которые даже не имеют отношения к деятельности, и берут пару профессионалов, которые будут отдуваться за всех, будет такая лажа. Эти все вопросы должны были решиться министром, замами и представителями посольства перед отъездом. Доступным человеческим языком объяснены каждому участнику делегации. Но это не было сделано. В результате имеем, что имеем. Участница этнофестиваля Camel Fest арабы в шоке от бескультурия кыргызов. Уят дегенди билишпейт. В Министерстве культуры, информации и туризма сказали, что организатором поездки является Всемирная конфедерация этноигр, в пресс-службу которой направлено письмо с просьбой принять меры. Ну, честно слово, мне кажется, понимаете, пять пальцев не равны. Всегда бывают какие-то ситуации, но есть место объяснения. Ну, то есть у нас есть Ахсахал, у нас есть турские личности там. Ну, где-то уже там пристыдили кого-то, сказали, все, на этом все. Там, если кто-то даже себя так повел. Ну, это не драчка, где-нибудь там лучше сторону свою показывать. Нет. А нет, надо вот именно выявлять, какой-то отрицательный момент снимать и вот это все отправлять. Ну, а почему вот эти масштабы не сняли? Почему как приняли не сняли? Как добавила Бегимай Чаныбекова, на данный момент ситуация стабилизировалась. С участниками этнофестиваля провели беседу. Айдамадбеков, Алтынбек Кончбеков, Нью-ТВ.